Привет, на связи Владимир. В этом видео мы создадим модель профнастила, профлистика C20. Для этого, как всегда, нам нужно открыть отдельную картиночку нашу, благодаря которой мы можем видеть размеры. Вот, отдельная картиночка. У нас открыто, сделаем ее немножко побольше, чтобы было виднее. Ну что, в первую очередь, нужно заметить то, что листик шириной у нас 1150 мм, общая рабочая 1100 мм. Указанные размеры, высота волн 20 мм, верхняя площадка 79,5, нижняя 26. Ширина между правым краем нижней площадки через верхнюю площадку до следующего как бы края нижней площадки до левого 115,5 мм. Отсюда можем сделать определенные расчеты, сколько будет сдвиг у наклона волны по оси, по горизонтальной. Ну, то есть из 115,5 вычесть 79,5. Получится 36, и 36 на 2 разделить, получается 18 миллиметров сдвиг идет. Для создания листика мы этот наш кубик, как обычно, по центру точки все сводим в единую и делаем вид снизу на этот раз. Экструдируем нашу точку по высоте волны, то есть на 20 миллиметров, приблизим. Так, у нас получается вниз экструдировалось. Ну, мы наверх экструдируем по оси. Вот, минус 20. И сдвинем теперь по оси X на 18. Сразу же здесь экструдируем ее по оси X на, допустим, 35 миллиметров. Выпуски у нас в общем по длине будут 50 миллиметров, судя из этих размеров. Здесь, как видно, чуть побольше выпуск, а наверху чуть поменьше, поэтому для примера я возьму. Здесь 25, допустим, там будет 15. Ну, это чисто мои размеры, так как они не указаны. Но из общей логики примерно сделаем так. Вот здесь 18 сделали, теперь экструдируем по оси X на 79,5. Теперь также экструдируем по оси Y на 20 и сдвигаем на 18 и экструдируем на 26 миллиметров нижний край. Хотя да, я поспешил, здесь пока уберу эту точку, а сделаем сейчас так. Точку вращения геометрии пока сделаем и размножим. Размножим наши волны на, сейчас посчитаем, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ну пускай будет 9, лишнее уберем потом, на 9 по иксу. Сразу же, конечно, применим и лишние точки по дистанции мы удалим. 8 вершинок удалено в итоге. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Здесь можно вот эти две точки крайние сразу удалять. Эту сокращать. По оси X совмещаем с этой точкой и все-таки сдвинем на 15 миллиметров. И теперь тот край. Как и было задумано изначально. Здесь экструдируем на 25. Так, на 35 надо. Экструдируем по X на 35. Что в итоге у нас даст 50. Вот у нас волны теперь есть нашего листика. И теперь выделяем все вершинки и экструдируем по оси Z на 2 метра. Листик у нас есть. Задняя сторона, передняя. Не хватает только, естественно, толщины. Толщина создается Solidifyм. Обычная толщина магазина 4,5 мм и равная толщина по всему контуру. Так, не 4,5 мм, а 0,45 мм. 0,45 мм толщина листика обычно идет. Ну вот так у нас получился профлистик. Четкая модель, выдержанная по всем размерам. На этом все. Спасибо за внимание и до связи.